для обращения за помощью. У вас здорово получалось, поэтому я знал, о чем сказать, и вы там немножко подвиньте. Я не решился до конца сделать, чтобы это было как бы не от меня. Выразите в третьем лице. Ясно. Так, теперь, вы скоро уже уходите-то? Я на месте пока. А что вы хотите? Я сейчас поискал. Вчера лег спать, и мне что-то прямо так это жалко стало Максима-то. Он над книгой трудится, а ничего у него нету по этой теме-то. Я сейчас сброшу вам файл на эту тему, что он говорил о нарушениях канонов. Я, да. Я не хотел давать. Хотел, чтобы он хотя бы потрудился сначала. Вот я дал 5. Вот 5. Выполните. Всего 5. Да они ни одного не выполнят и никогда не будут делать. Его сразу сметут вместе с Дворкиным. У них другая задача. Чтобы больше народу было. Я вчера был, переписал все цены. Сфотографировал в соборе. И там что? Поминание. За здравие, за упокой. Одно имя. 50 рублей. Я стоял только, чтобы за голову держался. Одно имя. Я подумал, если так считать, то я миллионер. Я миллионер. Сколько я поминаю имен-то? И Януковича, и Тимошенко, и я всех, и Горбачева. Каждый день при том. Так я их добавляю к ним-то еще 1000 поклонов. Не 5, не 100, а с 1000. Это ежедневно. И даже подумать о том страшно, чтобы мне кто-то рубль дал-то. В этом радость. Что я нужен, что я расслышал голос Духа Божия. Это так сладостно. Вот вчера ночью мы выставили это с Украиной. Посмотрите, он небольшой ролик, муж с женой. Это мы у них были в 13-м году. Он устроил встречу там, знакомые священники. Я в храме выступаю на Украине. Очень хорошие. Даже нельзя сказать, какие хорошие люди, украинцы. И она прямо все, я говорю, для вас тут готово. Вы не будете на улице, если там начнется у вас невыносимая обстановка. Там написано, все побегут к своему народу. Так, я сейчас слагаю вместе, прямо совсем немножко только, потому что мне неохота рвать. Это несколько посланий. А я их в один файл и вам прилеплю. И вы тогда Максиму скажете, вот посмотри, сгодится или не сгодится материал. Я по соборным пока даю, по соборным. Остальное он сам увидит. В каком соборе правила нарушаются, сколько, почему. Узнать-то можно. Ну, нормально ты человек. Но ты устрани их. Ну, представь, 413. А у нас ни одного не нарушает. А разница есть все-таки? Он хочет делать так. В общем, часто обращаются к этим вопросам, а ссылок нет никаких. Вот он хотел бы сделать, чтобы... По канонам были ссылки, а по нарушениям канонов. Хорошо, я это понял. Но ему-то, вот пускай он пока 5 выставит в книгах и скажите, вот берем 5 правил, я сейчас еще ему 5 отдельно после того, как дам файл, накину. И, ну, можно начать трудиться-то, да нельзя, не будут они. Толпой, вот знаете, когда земснаряд работает, и там труба огромная такая, она закачивает, это ил гребет, и дальше это называется пульпа. И вот народ это пульпа. Вот вчера, допустим, в соборе, я так не могу сказать точно, но вот примерно 280 человек было. Я статистикой занимался. 18 мужиков. И все почему-то к выходу ближе. А причащалось больше сотни. Ну, стоят в кассе нормально, там не, подойдет человек, купит, платки висят, там меньше 150 рублей нету, продают 7 сортов платков. И все, деньги выпрашивают, там вот икону надо такую-то, вот к празднику Благовещения, охота там украсить. И везде все, они все просят и просят и просят. И вот монашек сколько есть, они их всех по городу посылают, и они ходят по магазинам и везде. А если не дают, они там с проклятиями, тебе то и то будет-то. Мне когда директора стали рассказывать, а я обратился в мелькомбинат, муки. Я в одну организацию всегда обращаюсь, так они муки мне сами привезут, макароны, а это денег дай. Ой-ой-ой, я пришел к одному, он говорит, был тут иеромонах, собирай деньги на борьбу со СПИДом. Я говорю, так не он ли сам заразил их? Монаху ли заниматься-то этим, когда он в глаза женщину не должен видеть-то? Все сбилось. И эти монашки, они шастают и шастают, то на ризу батюшки не хватает, то на колокол, то на ступеньки у крыльца. Безумие полное. Им не надо ничего, кроме дай-дай-дай-дай. У ненасытимости
вот эти самые, говорит, дай-дай, так Сирахов говорит. Я ему выставлю некоторые каноны, некоторые. И они боятся строгости. Строгость – это акривия. А вот смотри, правило Василия Великого VI, кавычки. Еретикам не даст случая укорять нас в том, что якобы привлекаем к себе попущением греха. Да сегодня в одном упреке там живут. О, если я по канонам буду, тут никого не будет. То есть он заботится о животе своем. Почему у нас этого нету? Канон, правило, все. Он пост нарушил, но нас не нарушают. Все это знают. Вот один выпил там на отлучение на год. Он год стоит в коридоре, то есть в прихожей. Это правило. А если правило включить, да тут никого в храме не будет. Ну правильно, одни эти Б, которые Степаненко сказал, они стоят здесь. Они абортисы. А правило второе, Василий Великого говорит, отлучение на 10 лет, на 10. А он ему поклону, ну сделайте там 40 поклонов. Но если вот причащаешься в этот день, только не курите, в этот день хотя бы не курите. Ой-ой-ой. Геннадий, ну, это повседневное нарушение правил. А вот хотелось бы знать вот такие нарушения, о которых они не думают, они вот совершенно. Ну, оглашенно изыдите, я не буду ничего выдумывать-то. В каждом храме трижды восклицают. Оглашенно изыдите, иже оглашенно, и лица оглашенно изыдите. Ну, выполните это. А батюшка говорит, а кого я выполню-то? Я не знаю, кто оглашенно. Ну, сейчас же литургия верных. У меня литургия, этого нету Яна Златоуста-то. Она из трех частей. Проскомедия, литургия верных, оглашенных, литургия верных. И тут еще я буду доказывать и говорить-то. Это просто так. Языком молоть. Выполни одно, даже пять правил не надо, одно. Я сконцентрирую в одно правило. Оглашенные изыдите, выполните. Во-первых, оглашенных нету, и он сам поп должен уйти. Вот один мне так и сказал. Ну, если такие правила, я должен, говорит, снять резу, уйти. Я говорю, почему ж ты медлишь-то? Ты сколько со мной время провел-то? И выйди отсюда сейчас же, иди во двор. И там кайся. А через месяц, может быть, тебя надо будет запускать. У меня было такое. Я говорил, и два священника вышли на покаяние перед народом. Я имею это перед глазами. Один из них, игумен, и говорит, мы не верующие, а хорошие батюшки. Не пьяницы, не с высшим образованием один. Нам только покрасоваться перед вами нужно. Я додумался до этого, сейчас увидел. А вы идете, спрашиваете вопросы. Что попало, говорим вам? Это говорится... В столичном городе. Я это видел, об этом писали в книгах. Уж не называю. Вот такие, брат, дела. И поэтому им подряд все правила. Зачем я ему буду перечислять-то? Одно. А ему что он даст? Он их не напечатает. И где он их напечатает? Каждое правило полстраницы занимает. Ему надо писать три книги, не одну. Просто цитировать. Ну, сослался на правила. Так его надо привести. Я привожу его правила. Я не просто ссылаюсь, я привожу и говорю, вот, допустим, Ладикийский собор, 44-е правило. Женщины и миряне в алтарь да не входят. Вы зачем нарушаете? Вы почему умничаете всегда? А где нарушаете? Я сейчас видел она, так она монашка. А, вы ей засмолили и прилепили другое? Она не женщина теперь. Написано «женщины». Что вы мудрите-то? Она женщина или не женщина? Когда... крестят, то мальчика заносят в алтарь вокруг престола. А девочку только перед алтарем и ей вот так, ей девочкой, ее не заносят. У ней 8 дней от рождения. Но она чище монахини-то. А ты, блудница, прошла все, говорит, коридоры, теперь оделась черная и стоишь здесь. Да еще туда-сюда. Я священнику сказал, он остановил ее, Пульхерия звать. И он ее засыпил сразу же утром. А она при нем туда-сюда. Слушай, сестра, больше не заходи в алтарь. А представь, как к ней относятся-то, когда там она в черном из алтаря, там она в таком почете. Нельзя, канон нарушается, Ладикийский, 44-й. Так меня же архиерей благословил. Архиерей не может быть выше собора. Я виноват, что ты заходила. Прости меня, сестра, этот соблазн я подал. Как она вскипела. Ты посмотрел бы, что с ней было. Они одержимы демонами. Те, которые нарушают правила. Она не знает, что она готова в щепки все разнести. Она выходит, ей заходить нельзя. Ее выгнали. Ее пинком под зад выпроводили. Она теперь дальше-то, она внутри себя это накручивает.
Она уже привыкла в этой чести идти. Вот они на меня все и идут. Почему? У меня ничего этого за мной нет. В алтарь я имею право заходить, я рукоположенный. При архиерее говорю проповедь в храме. Но я в алтарь не захожу. Почему? Я страшусь. У меня есть большой страх Божий. Я приоткрою дверь, если нужно, скажу, и все. Мне и подрясник шили. Я его брату Виктору подарил, тот врач наш, Виктор Андреевич, что он в нем летал в Америку, там, когда он был. Я говорю, надень его. Специально мне шитый, там, такой подрясник. Два раза, кажется, надел его, и все. Я как-то отдаляюсь от народа, как стена. Я это чувствую. Чем больше на нем одежек, тем труднее человеку подойти. А как только он все снимает, обыкновенный-то, ну, к нему подходят, даже и не знают, что он священник. А этой кожурой-то он обтянется, и его как крокодила не пробьешь. Ну да, я что хочу сказать. Он-то не собирается вставлять в книгу объяснение нарушений. Он хотел вставить просто список нарушений. Вот просто он список делать хотел. Ну, если 57%, ну, что непонятно-то? Ну, скажи хотя бы на 306. Я сейчас ему дам. Вот сейчас я выставлю ему. И вам пошлю этот файл. Я сейчас посмотрел, это в 7-м, кажется, томе. Вот она у меня передо мной уже. У меня все книги слеплены в два файла. С 1 по 16 том. Это где-то страниц, наверное, по 20 тысяч. Нет, поменьше маленько. Вот. С 1 по 16, по 17, а там с 17 по 33. Я легко заправляю нужное слово и промолотил для два файла-то, и все. Это вам может тоже потребуется. Я могу скинуть и два файла этих. То есть все мои книги в два файла. И когда нужно что найти, без меня. А сюда же Ctrl-F и пошел по одному щелкать. Только слово надо заряжать, какое редкое. Иначе просто оно... запутаешься. Так, да, нарушение правил хорошо бы, вот я бы на сайте тоже поставил бы, люди бы смотрели, интересовались. Я сейчас вот дам из этого, что выберете. Более подробного мне уже не найти. Не найти. У меня материалов было сожжено, вот на меня посмотрите, я стою в рост. Вот метр мне показывает, вот в метр две большие кущи во дворе Краевого суда сожгли, когда меня осудили. Две большие кущи. Я многого не могу найти нигде. Не могу. А заново сидеть, это я 3 года потратил на это. Но я теперь на каждый собор нашел количество нарушаемых. Ну, возьми один собор, да просмотри. Не знаешь, я тебе помогу. Потому они это не сделают. Потому что они правила не знают одно. И то, что у них есть, они не знают, что нарушается. Вот это правило. Женщина не должна сходить в алтарь, и мирянин да не входит, кроме царя, царского достоинства. Ну, сделайте, чтобы миряне-то не заходили-то. А у них придет пожарный, заходи. Электрика. Не положено. Канон. Повторяю, Ладикийский собор, 44-е правило. А что от этого спасения зависит? Ну, зачем ты спрашивал меня, искуситель? Ну, Господь это сказал через святых отцов. Так это же не Библия. Но я тебе Библию привожу. Я говорю, торговли не должно быть. В Библии 2 раза Господь изгонял из храма. Тебе этого недостаточно. Но у нас же быков не продают. Ой-ой-ой. Да быки-то по закону были. Та свящей-то, просвящей-то нету. И вчера народ, гляжу, весь народ поворачивается и к кассе. А я около нее стою у дверей. Я всегда там стоял, 20 лет стоял за порядком. Смотрел, меня никто не ставил. Меня там клеймили священники. А я стоял у дверей. И как народ, один за другим, я считаю, гляжу, 50-100 человек. Третья часть храма уже повернулась зад пятки, а там служба идет. Это что ж такое-то? Раньше такого не было. Я потихоньку тут из-за преграды-то гляжу, она торгует целлофановыми мешочками. Их две торговки-то целлофановыми мешочками. Не видал такого. А что же они делают в очереди-то? Они подходят, а у ней в кастрюлях просфоры. И та, которая с целлофановым мешочек на руку надела, она берет и ей в целлофановый кладет. Я гляжу, мужик подошел, один 200 или 300 рублей дает, а у него несколько штук. Значит, они не по рублю просфоры-то. Не по рублю. И главное, цены на них нигде нету. Я точно так и не узнал-то. Но ясное дело, что процентов 1000-1500% выгода. Примерно так.
на свечах, у них ровно 1000 с чем-то процентов. Когда Карл Маркс говорит, при выгоде в 100% капитал показывает оживление. При 200% он начинает бегать уже, а при 400% нет того преступления, на которое капитал не пойдет даже под страхом виселицы. А это 1000%, не 400. Карл Маркс даже про это не знал. И Господь, когда изгоняет, первый раз из храма, говорит, дом мой, домом молитву наречет, а вы сделали его домом торговли. А другой раз, последний раз, уже на страстной неделе, называется вертепный, вы превратили его в вертепный в понедельник, в вертеп разбойников. Уже не в дом торговли. Так это не по мозгам? Я собор даю. Так это люди говорили, какие люди-то? Мы что ли? Святые отцы, Вселенский собор, я правила привожу вчера, вот, которые я дал-то. Ну, выполните это, уберите торговлю из церковной ограды. А там лавка огромная, я там заснял, все, вчера был. Они неверующие, они безбожники. Мамоне не можете служить и Богу. Господь сказал, это несовместимое. Не можете служить Богу и мамоне. Здесь мамона царствует. И главное, у нас большое распятие сделано, большое, ну, 3 метра высотой, наверное. И Христос стоит, руки связанные. А там внизу два человека. Ну, одна матерь и другой человек стоит. И вот как только этот крест большой вытащит, распятие это на середину-то, и они сразу за ним тащат ящики и ставят около этого кто. Я настоятелю говорю, а зачем вы Иуду-то изобразили возле Христа? Его же там не было. Он же повесился. А где вы видели? А я видел, Христос на распятии, рядом ящик поставили около этого мужика. Так это Иоанн Креститель. Нет, у Иоанна Крестителя не было. Казначеем был Иуда, вы не обманываете. У вас на изображении Иуда изображен. Иуда поклонники. Гляжу, ящик убрали. Что штука какая. Один раз я что утворил им? В понедельник, вертепный день. Я взял большая веревка, нашел канат, морской канат, он называется верблюд. И нарезал вот такие куски. Все их завернул. И всем продавцам подарил и написал, ждите, Господь скоро придет. Веревка. А там лежали строительные веревки, как Гладков говорит, в храме. Так где Христос веревки-то? Он не с собой же таскал, он же не бомж был. Так они, да, я говорю, вы будете полосатые, как матросы в тельняшках. Так они эти веревки сцепили, и все как настоятели. Он там, наверное, смеялся без меня-то. А я ему не подарил, он за прилавком не стоит. Он меня вызвал. Игнатий, вы им дарили такие, дарили, так разве же можно это? Я говорю, целой веревки я не мог подарить, поэтому я отрезал. Я вроде не понимаю. Я говорю, ну вы... Вывод-то один только, что Христос еще не приходил в этот храм ни разу. Раз стоят ящики. Так где Христос был, он опрокинул все. Они не думают, у них мозгов совсем нету. У них там ящик с деньгами. Гремит. Интересно, отец Геннадий Фаст, в Венесейске когда был, сказал, вот до определенного момента оглашенные, извините, это не то, а вот когда с миром изыдем, это уже может быть с храма, кто хочет уходить, до этого момента, чтобы не торговать. Ой, какое мучение создал. Эти сидят, там, которые это, они руки потирают, а копейки-то есть, они копейки на копейки вот так вот стопкой ставят, а старинные книги, которые с картинками были, старинные, там, 100-200 лет назад, они называются лицевые. Там киноварию такое хорошее. И там везде стопками деньги стоят, когда Иуда продает-то. И вот они ящик то откроют, то закроют его. Они не дождутся. А батюшка еще проповедь скажет. И вот он такой оглашенный из-за детей. Хлоп, ящик открывает, люди кидаются. Не можете служить Богу и мамоне. Не можете. Вы мамоне служите. И вот свечки лежат там 10 рублей, рядом 20, 30, 40, 50, 100. За 100, видимо, свечек нет. Я видел больше, там, в руку толщиной. Это, видимо, олигарха ждут, когда он разведется в следующий раз. Ой-ой-ой. Одни цены, ценники. И вчера зашли, где книжная лавка. Правда, книг много. Моей ни одной там нет. Один батюшка пришел, делает вид, что он незнакомый. Посмотрел, а у вас еще книг Лапкина нету, она чуть в обморок не упала. Лапкина? Тут через два дома он живет от храма. Вы туда сходите, там. Нельзя говорить про это. Нельзя. А он приехал, я специально пошел узнать. Да что это так они? Я говорю, за наличие только книг.
пленок моих, настоятель может потерять митру и все остальное. Они никого так не боятся, как молвы обо мне. И вчера я это увидел. Наедине со мной боятся встречаться. И говорят, я бы пришел, батюшка, но не один. Ко мне сюда домой. Я давно хочу, но одному нельзя. И обязательно, чтобы, видимо, письменное было у него заверение архиереем, что он не убьет его после этого. Какой ужас на них. Другой стоит. К батюшке подошел не какой-то, а секретарь. Благочинный, настоятель. И все это приглядку. Я бы такой жизни не согласился дня жить. Да какая это жизнь? Ты ни таланта не можешь развить, у тебя все по 10 крышками, и все кого-то боятся. Да ты так работал бы, чтобы архиерей ждал тебя. Сказал, у меня есть герои веры. Они даже меня не боятся. Златоуст говорит, я никого так не боюсь, как епископов. Я вот начал с тобой говорить, и сколько уже сказал-то. Им это тоже не нравится. Я искал вчера Библию. Так где Библия-то? Столько книг, и Библии нету. Ходил, ходил, пригнулся там внизу, на таком уровне. Библия. И гляжу, одна, да вторая, да патриарши, да хорошие такие. А сколько стоит? Там 500 рублей, там дальше. Ну, Библия-то хорошая. Я уж не стал дальше ничего говорить. Я фотографирую, и сразу ко мне. А кто вам разрешил? Фотографировать нельзя. Так я образ Христа фотографирую, нельзя. Я тогда сказал, я под благословение подходил, и настоятелю храма сказал, отец Филарет, благословите, пофотографируют. Да Бог с вами, идите. И я все везде поснимал. Так они от страха там тряслись все, что я снимаю, захожу везде именем Филарета, не трожьте меня. А он потеряевки был. Ой-ой-ой. Это вчера только я столько впечатлений новых принес. Проходной двор. Заходят, выходят, кто как, кто причащается. Два священника исповедуют, только и Петрохиль летает. И вот уже они исповедовали, ушли, оба ушли. А там с улицы еще подходит, уже «Отче наш» прочитал, пропели. Ну, остается там минут 10. Батюшка выходит, так кто тут еще? И еще их накрыл и пошел. Ой-ой-ой. Их священников было вчера 4, а форме одетые, там диаконы, видимо, были, человек 15, и считай, те, которые без риза, только в подрясниках. И на такую, ну, народу-то, полупустой храм был-то. Я посчитал так процентом-то отношений где, ничего не знают. И они вроде бы говорят, один говорит, да такой же мороз у них изо рта-то идет, даже живого заморозит. Говорят, куда-то глаза под лоб заведут, я гляжу, вот у них занятия ведут, когда по Библии даже. Мне сейчас в интернете стало видно-то. Какие у них занятия? Никого нигде не видно. Говорят что-то, глазами водят. Почему? Ну ты подними одного другого, чтобы участвовали люди. Почему наши занятия так их трогают? У нас, смотри, они какие там и женщины, то есть сестры выступают, и любого спроси, и камера обведет по всех, покажет, обратится, руку подними. Ну, это живые люди, здесь ничего нету. На экран только на одного, одна говорящая голова. Да и та голова-то говорит. Тихо. Слова правильные говорят, все. Но оно без огня, без соли. А видео не снимали? Видео нету, да? Видео? Батюшка, не спрашивай вслух, потом расскажу. Секретный вопрос. Вот так. Мы хорошо вчера там побыли, помолились. Это у меня Володя тут собирается. Вот. Вчера вот с Украиной разговор был. И еще будут разговоры. Эти люди хорошие. Они достойны того, чтобы взять их в молитвенный свой список. Александр. Он приезжал в Потеряевку, крещение принимал. Он работает, там и священники есть обращенные. И мы как подъезжаем к их храму, куда он нас привез, а там два священника, оба расположены. И глядим, даже с колокольни, в окна, везде глядят. Мы только зашли, а уже народ вокруг. И все это на ролике снимаем. Ой-ой-ой. Какие разные люди. Об Украине у нас самое теплое воспоминание. Какой народ хороший. Хороший, просто хороший. Они просто... Я уже в машину сажусь, они меня еще со ступеньки сдергивают, чтобы поцеловать.
а другая в это время карман свои гривны толкает. Ну, я говорю то, что видел, зачем я буду неправду говорить? А вот они, бандеров. Никаких бандеров я не видал нигде, знать не знаю. Я знаю верующих. Может, такие есть. Я же не говорю, что как музычка этот такой, там, этот Билл или Сашка. Не такие они люди-то, с кем мы знаемся. Ну что, не нужен больше? Вы файлы подготовьте там. Сейчас, прям буквально несколько минут. Они у меня же заправлены. Сейчас. Ну ладно, отходи. А вы их как будете отсылать? Я сейчас скину, сейчас я их оформлю в файлы. И сразу скину. Ну а скидывать как будете? А как, в Mail.ru, и там прилепляется файл. А, ну да. Ну и все. Это я знаю, тут маленько понюхал уже. Так, теперь... Ну ладно. Все, с Богом.